Всем привет. Вот снова переобулся на такой чехол. А вот что больше всего бесит, так это вот эти вот царапки, которые остаются на уровне камеры. И сейчас мы это будем дело устранять. Подеть ее не так-то просто. Гидрогелевая пленка вся исцарапалась. Или стекло, это непонятно что. Не, ну, скорее всего пленка, потому что она... Да нет, стекло. Все-таки это стекло. Я их заказывал две. Поэтому сейчас будем на горячую менять. Хорошая штука, поэтому рекомендую заказать побольше. Итак, продолжаем замену. Тут все очень-очень просто делается. Берем первую мокрую салфетку. Берем вторую сухую салфетку. Лучше заказать их побольше и менять раз в два месяца, чем остаться с поцарапанным стеклом. Вы как считаете? Какая-то гадость все-таки попала. И при помощи лейкопластыря будем ее ничем прям не поддеть. Самое обидное то, что оно приклеилось с этой стороны.
Но все-таки без скотча никуда. Поддеваем и проходимся полностью скотчем. И здесь тоже самое. Вот теперь она приклеилась идеально. На этой все-таки были царапки. Чехол, в котором я до этого носил, где он поцарапался, был с полным вырезом здесь. Такие чехлы лучше не рекомендовать к покупке. Ну, теперь, я думаю, хватит намного на дольше всего этого дела. Кому было интересно, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте друзей.